Евангелие от Луки, 8 глава, 16 по 21 стих. Повторяю, что это считалось сегодня на литургии. Притом во всех храмах православной церкви не так, что Бог на сердце положит, вот как у протестантов, а занаряжено, выпрашивать не надо. Но зато и удобно. Ответственность уже кто-то заранее, столетия назад, взял за меня. Если я не по теме сказал, а меня это не касается, мне занаряжено так. Я уже нашел оправдание этому. Но я еще ни разу не нашел слова сказать, почему так назначили. Я только удивляюсь, почему так совпадают и дни, и что читать, и к празднику. Кто сидел, занимался вот составлением этой таблицы, так скажем, он хорошо знал и праздники, и священное писание. И, похоже, и состояние народа было ему известно. Некоторые места очень часто повторяются на разных евангелистах, но одно и то же. Никто, зажегший светильник, не покрывает его сосудом или не ставит его под кровать, но ставит его на подсвечник, чтобы уходящие видели свет. Кто бы сказал, что сегодня не слышал это? Ясно, что слышали это и вчера, и 100 лет назад, и 1000 лет назад. Я все это поворачиваю к России. Россия приняла крещение. За тот период она не отвечает. Но с этого момента, как пришли и принесли Евангелие, ведь все должны были понять, что светильник вверху. Мне даже подали сейчас свечу, а я бы под аналой спрятал там, чтобы никто не видел. Да какая польза-то от этого будет? И далее Господь заканчивает последним стихом. «Матерь моя и братья мои, суть слышащие Слово Божие, исполняющие его». Прям тут же на месте дается и толкование. Вот это и есть светильник. Слышащие и исполняющие. Что слышащие? Слово Божие. А что исполняющие? Слово Божие. А что является светильником? Каждый человек, получивший от Бога Духом Святым веру, дар Божий. И чтобы ее видели, а не так, ты уверовал, скорее куда-то спрятаться. Я все время ставлю один вопрос. Ну, неужели те, которые уходили от людей, никогда не читали этого разве? У меня уже больше желания есть не просто молиться им, а о них молиться. Вот я до чего уже дохожу. Ведь это не один, не два, сотни раз об этом говорится. Тем более сегодня не просто вышли или пришли, а выперли результаты вот этого бегства от людей. Место пусто не бывает не только в тюрьме. Оно нигде не бывает. Природа не терпит вакуума, и сатана ее не терпит вакуума. И берет семь злейших. Почему? И потеряется не где-то, а там же. Там, где выметено. Чем выметено? Где Слово Божие прошло, не укоренилось. Где была вера, где она потеряна была. Бытие 1.4. Увидел свет Бог. Свет, что он хорош. Кто может оспорить эти слова? Мы не знаем, какую радость испытывает ребенок, когда он первый раз приоткрывает глаза и видит. Потому что он в темноте зачинался, в темноте родился, закрытые глаза, и потом видит первый свет. Мне приходилось считать, что говорили слепые уже в зрелом возрасте, в юности, когда открывались у них глаза. Радости не было предела, и всегда начинались упреки к ближним. Почему вы не говорили, как все прекрасно? Как мать сыну все время рассказывала, из рук его не упускала. Но когда открылись глаза, он первым делом стал мать упрекать. Ты же видела эти цветы, мам, почему ж ты не говорила, какие они? Он увидел лобабочку, увидел шмеля, посмотрел на небо. И ты, мама, каждый день это видела. Да почему же ты мне об этом не говорил? Да я, сынок, тебе говорил, а ты спрашивал, какое оно? Ну, я не знаю, он спрашивал, как конфетка сладкая? Нет, как шоколадка? Нет. Ну, как вот колокольчик звенит, это другая область, это другое чувство, глаза. Поэтому, чтобы нам не давали вот эти угли, вот батюшка идет сегодня, ходит, я гляжу, один уголь упал, ладно, увидели. Может, ни один храм сгорел от этих углей, полная кадильница. Но трудно ли было одно Евангелие на всю страну дать и послать человека? Когда львы стали пожирать людей, когда были поселены другие, самаряне, в страну, то ведь нашелся же кто-то, сказал царю, царь, языческий,
Потому там погибают люди. А царь сам задал вопрос, что те тамошние люди не чтят Бога той земли. Как его чтить, когда не знают? И он послал одного священника на всю страну. Ну, могли бы, ходя одного на всю Россию-то послать-то. Ну, сам пошел уже, изучил язык зырянов Степан Пермский. Я говорю по житиям святым. А какие у них препятствия были? Этих людей само правительство зазирало, как от Макария Алтайского. Его отстраняли от любимого дела, он переводчик был, он прекрасный знаток языков был. И, наконец, его сослали в монастырь, и, наконец, оторвали от паствы, так он и умер. До 50 лет не дожив. Это светильники были русские. А их ставили под спут. Наказание, будешь служить 2 месяца в монастыре. Он говорит, мне это в радость. Евангелие я уже перевел, но разрешите дальше переводить, не сметь. Грозный окрик его потребовала Москва. И больше он уже никогда не вышел. Эти свечи гасили и гасили. Подсвечники разбивали в дребезги. Свечи эти переплавляли на углях. Вы сегодня сколько храмов есть? Допустим, 13 тысяч, говорят. Ну, я верю в статистике. А в общем-то, я думаю, около 20, наверное, все-таки есть. И везде кадила разжигали. И ладан везде продавали. И я не говорю, что не надо. Но ведь все-таки светильник-то что-то другое имеется в виду. И не только свечи, от которых, от лампадок уже не сотни, наверное, тысячи храмов сгорели. Как у митрополита Виталия, какой храм сгорел? Это от свечки. Донской там монастырь, говорит, подожди, теперь говорят от свечки. Забыли, потушили то другое. А ведь от слова-то Божия, наверное, полыхнуло бы в России, то революции бы не было. Ведь если бы этот-то светильник Евангелия, это Божие, которая горела в сердцах людей, горела. Если бы его понесли к людям. А вот только одно. Храмоздательство. Пение. Люди не понимают. Слово Божие говорит так. Екклесиаст 2.13. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Значит, одна глупость в России была, если с этого стиха-то все брать. Там, где не было Евангелия. А Евангелия-то ведь не было. Вы почитайте «Жития святых», что говорит Дмитрий Ростовский, когда он с ревизией поехал. С ревизией поехал епископ Таврический, Игнатий Брещанинов. Он пришел в ужас от запустения, какое всюду царит. Не в монастырях, в душах. И он вывел, монашество кончилось, остались одни актеры. Только один он и сказал, больше никто не сказал. По сегодняшний день не хотят повторять эти слова. Чудо Божие совершилось, Евангелие Бог дал нам. Поэтому мы должны его нести. Хвалиться учитесь. Я учу вас хвалиться Господом. Господь говорит так, хвалитесь, что Он вам открылся через Слово Свое. Вас будут обвинять, давить, презирать будут, гордыми называть. Не смотрите. Горе человеку, когда все о нем будут говорить хорошо. Это естественно, которые люди не трудятся, они будут только поносить, они сами-то не умеют. А ты возвышаешься с Евангелием, ты освещаешь, а он во тьме, его задача потушить. Он плюет на это, ну, чтобы погасить. Екклесиаст 11.7. Сладок свет. Вот теперь мы нашли определение его. Оказывается, вкусовыми присосками можно определить его. Почему? Потому что ты другое будешь говорить. Другие будут плоды, у тебя будет все другое. И когда считаешь житие святых, что по благословению было, вот лебеда, смотрите как-нибудь в руку, возьмите, она горькая, есть нельзя. А у него по благословению брали, он лепешки в голодный год делал, и оно было сладкое, как мед. А сворует его же лепешки, они горькие, как перец сделались. Вот что значит Слово Божие. Что значит благословение одного святого Прохора, лебедника, его прославили. Но почему же у нас нигде не было, какой-то библиист назвали бы, ну ученых называли, как Вольфсона. Но ведь все должны были называться. Конечно, сейчас говорят евангельские христиане, там евангелисты. Евангельские, да, христиане, а евангелистов только 4. Но неплохо бы, если нас назвали православные евангельские христиане. Значит, мы должны идти в мир этот светильник нести, всем показать. Тем более у нас такое сокровище, Библия, Новый Завет, Евангелие. Все истолковано святыми отцами. Нам не надо блуждать, нам надо только не лениться. Матфея 4,16. Народ сидел во тьме и увидел свет великий. И один вопрос, а вы когда? Когда родился Христос? Когда прозвучало слово Евангелия? И вся страна во тьме сидела, где не было Евангелия.
И там могут быть храмы, могут быть епископы, там будет тьма, где нет проповеди Евангелия. И народ сидел во тьме. И если сегодня говорят, что возникновение мусульманства промыслительно, чтобы разрушить и убрать все это гнилье, четыре патриархата православных, то не может быть непромыслительно возникновение лютеранства. Это католики уже признают, это помогло им оздоровление, чистую струю свежую поймать. И я думаю, что и баптисты здесь не случайно, потому что стали Евангелие как-то люди иметь, распространять. Да и мы-то сколько имеем, какие у нас добрые песнопения, что. Это тоже промысел Божий. Иоанн 1:7. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Ну, Иоанн Креститель. И мы пришли в этот мир, чтобы свидетельствовать о свете, о Христе. Христос есть свет. И светом называется Библия. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. А далее говорит, когда свет мы этот приняли, говорит, вы свет миру. Смотрите, как все переходит. Он загорает в нас. Иоанн Златоуст говорит, мертвое, темное железо может светиться, когда оно раскалено до красна, когда оно делается белым. Так что наша плоть от древнего Адама может светиться. И люди, когда смотрят на фотографии, мне уже сколько раз говорили, даже на этой неделе, вот у вас люди какие-то особые. Вот смотрю, иконописец меня один звонит, говорит, хоть с каждой фотографии икону пиши. Что это означает? Мы не подбирали людей, а мы говорим, Слово Божие оживотворяет. Этих людей сегодня в другие условия поставить, они будут умирать и потемнеют, если Слово Божие у них отнять. Книга Варуха 3:20. А позднейшие видели свет, но пути мудрости не познали. Я не знаю, почему на меня действуют вот эти слова. Я впадаю вот в какой-то древний тот промежуток, от сегодняшнего отхожу. И они видели свет, а пути истины не познали. И говорит, сыновья Агарии искали земного знания, а путь на небо потеряли. Это Варух говорит. Да где-то, конечно, это про нас. И академии, и семинарии. Сколько же они знают, сколько кончают. Ты знай одно Бога, а потом остальное прилепляй, не наоборот. Возьми в руки Евангелие, и все во свете Евангелия смотри. Если тебе для вечности не нужно, забрось эту учебу. Она не нужна тебе, у тебя и так нет времени. Третья книга Ездры 2:21. Слепого приведи к видению света моего, говорит Господь. Что тут непонятно? Какого света? Господи, ну этот свет я вижу, лампочка, свеча. Познанию Христа, что Он умер за нас, что Он сошел с неба, что Он воплотился от Преснодевы Марии, что Он любит нас, и что Он ждет нас, чтобы мы служили Ему всем сердцем. Слепого приведи их к познанию свету. Ты увиди его. Сначала скажи, я слепой или нет. И когда понял, что ты не слепой, теперь знай, за каждый день, когда ты этот светильник держал под сосудом, под кроватью, то есть никому не говорил, отвечать ведь придется. Не просто так. Ты все время думай, кому я сегодня скажу, кто увидит мой свет. Домашние, ближние, дети, внучата, особенно внучата нуждаются в этом. Когда-то был объявлен конкурс, и в прошлые времена я считал, кто самый любимый ваш герой. Ясное дело, кто там Островского называют, все. А девочка одна написала, любимый мой герой, бабушка моя, кому бы я хотела подражать? Учительница сказала, если вы хотите подражать бабушке, я могу сказать, что ваша бабушка была верующая. Она говорит, да, она всегда молилась. Можно подражать только тому, Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, когда в тебе отразился Христос. 3 Ездры 10:55. Посмотри на светлость созидания. Когда ум просвещен, тогда ты поймешь, что не только созданное, но как созидается оно во свете. Как человек меняется. Вот сегодня он один был, а завтра совершенно другой. Его даже ближние не узнают. У меня этот случай был в камере однажды. Они вчера вместе играли, оба сидят, но ночью один обратился. И тот встал утром, готов его убить. Да ты же вчера со мной в карты играл. Мы вчера делали. Он говорит, я сегодня Бога поверил. Он всю ночь сидел, у меня Евангелие переписывал. Я зашел в камеру, он встал и говорит, вы Бог, первое слово. Я говорю, а почему? Я вас не видел, сегодня мне было показано, что Бог придет в камеру. Нет, я о Боге говорю. Я сразу скорее вытащил Евангелие, положил на стол, здесь ты найдешь Бога. Я видел светлость созидания. Он всю ночь до утра переписывал. И тот как зверь уже ходит. Цыган, убивший свою дочь. Он ненавистник всего мира сделался. А этот человек отошел.
Что бы со мной ни делали. Он только одно заботился. Где вы уходите, а где я Евангелие теперь достану? Я это ждал. Светлое созидание от Евангелия. Я его имя даже не совсем точно помню. Послание Иеремии 1.18. Зажигают для них светильники, а они не видят. Они не могут видеть. Речь идет об идолах. А ведь кому свидетельствуешь, они не принимают. То я в первую очередь думаю, это о священниках. Кому мы книги давали, свидетельства, материалы давали. Представьте, наш материал о крещении. Ему цены нет, это все понимают. Вот первые строчки его убрать, я говорю, что попы не проповедуют. А он тоже взял в руки и сразу порвал. Вот так, чтобы с ними делали. И они не могут видеть. Перед ними зажигаешь свет, а они не могут видеть. Это передана какая-то грань. Надо все время спрашивать, Господи, не перешел ли я? Сердце мое радуется ли, когда открывает Слово Божие? Ликует ли моя душа в предвкушении, что какая-то душа обратится? Где бы вы были, если бы перед вами не воссиял этот свет? 1 Маковейская 4.48. Когда он все много сделал для еврейского народа, Симон из рода Маковеев, то решили начертать запись сию на медных досках и поставить их в городе, в храме, чтобы видели, как светильник. Будет время, когда Слово Божие говорит, что тела наши засияют, как солнце, и мы будем подобны Господу. А мы сегодня можем сказать, от чего тела наши осветятся? От славы Господней. А как она пришла к нам, слава? Это через Слово Его, через святую веру. Даниил 5.14. Я слышал о тебе, царь говорит, что Дух Божий в тебе, в Данииле, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Это может быть сказано о каждом, когда человек будет говорить о Слове Божьем, о Христе, о вечности, о спасении, о церкви, о вхождении в нее, об исходе из этой жизни, и будет сказано, найден в тебе свет и мудрость. Премудрость 17.5. И никакая сила огня не могла озарить и светлость, и осветить этой мрачной ночи. Ну, это когда в Израиле, в Египте наступило время исхода Израиля, и как Бог послал египетскую тьму. А я отношу это к этому времени, и не к патриархии только, ко всем. Сколько бы мы ни говорили, сколько ни старались, я говорил, я бы сегодня готов в каждую общину, в каждую епархию бесплатно дать по 25 книг. Они не женают. Никто, никакой светильник не может осветить мрак этой ночи. У них есть Евангелие, есть книги. Вы поближе садитесь когда-нибудь, вы ужаснетесь. Совершенно Слово Божие люди не знают. Слово даже Библии неприятно людям. Они не хотят его слушать. Мы уже на этой неделе убедились. Неемия 9.19. Чтобы Господь совершил чудо, чтобы вести их на пути с толпом огненным ночью, и чтобы светить им на пути. Ну, это чудо было Божье. Как в день вдруг какое-то облако, и облако при том стоит столбом, как рисует, показывает, что оно вращается. И столб шел, они за ним шли. На ночью, как увидим, а ночью он делался огненным. Так такое слово-то для нас Библия. Таким столпом для нас ангел-хранитель является, приводящий к Слову Божию. Святое Евангелие. И днем, и ночью, да не отходит книга сия от уст твоих. Это светильник, которому хорошо делаете, что обращаетесь в темном месте. Полностью сходится. Я просто отношу это только к Священному Писанию. Тогда была непонятная божественная сила. Так назовем, как звезда Вифлеемская. Это не звезда. Некая написано, некая. А у нас конкретная определенная сила. Читайте Библию. Смотрите в Библию. Заучивайте из Библии, чтобы на любой вопрос могли ответить и Слово Божие. И человек одно слово, один стих может держать как маяк всю жизнь. Иов 33.30. Чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Вот для чего Бог дал нам Священное Писание. Чтобы мы не умирали, и чтобы твердый путь наш был за Господом. 2 Коринфянам 4.6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наше сердце,
дабы просветить нас. Толкование дается, что за светильник, который нельзя ставить по сосуд. Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Полная расшифровка того светильника, о котором Христос сказал, чтобы мы познали Христа, славу Его, познали Его через Евангелие, и каждый день просили Господа, чтобы быть подобным Ему, чтобы слышать Его голос. Мы знаем, что наше положение не совсем спокойное. Вот это объединение, чем оно закончится. Я очень твердо убежден, что Бог нас не покинул. И не покинет, я еще больше могу сказать. И как-то так сделать, я не знаю как. Потому что он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, я это нашел. И кто возлагал надежду на меня, говорит, те не постыжены были. Мы пока никуда не шевелимся, мы молимся. Быть может, Господь с нас начнет какое-то дальше пробуждение. Ведь это на 5 лет они еще растянут. Действительно, кто-то и умрет. И обстановка быстро меняется. Надо только просить ныне, уже прямо словами, говорит, Господи, нашу будущность, как в церкви, сохрани. И самое главное, чтобы Господь сохранил нам священника. И дал нам епископа. А может быть, этот и останется. Мы не знаем, как будет, но перед Богом надо это все возносить. Господи, где бы мы ни были, чтобы у нас не отняли Библию. Вот то, чего мы достигли, мы остановили в своем развитии, во внешнем оформлении. Библия, чтобы лежала, чтобы Слово Божие, вот чтение библейских текстов было на русском языке. Это все означает светильник, не просто так. А если от нас это все отнимут, это означает сверху накроют запретом, сосудом своим. Да не будет этого. Аминь. Аминь.